Привитос, амигос, снова вы, я и Навьё, конкретная Навьё, демо-версия резьбы 7. Когда я говорю резьбы, я имею в виду Resident Evil 7. С припиской Biohazard. А, kitchen. Так, кухня. Found within same house, as seen in footage. Нашли что-то там дома, футаж. Так, очередной видеоблогер записывает свой подкаст, походу. А, я понял. Resident Evil 7, хроники Фирамира. Меня связали, я в опасности. Как там его друга дебила зовут? Фирамир, чё? Чё делаешь? Майнкрафт писать будем. Развяжи меня, меня бьют. И верят же, дебила. Кухня как прям совдепия. Продолжай пилить, черт. Упс, кажется, мы, блин, владельца жилплощади разбудили. Игра находится в разработке, поэтому некоторые элементы меню не работают. В частности, не работают настройки звука. Поэтому, если меня слышно слишком громко или слишком тихо, ну, поздняк метаться, уже ничего не поделать. Так, сохраняем бы. Язык интерфейса русский, отдельное спасибо. Субтитры в кол. Все. Вот и все, что есть в настройках. Ага, яркости надо добавить, потому что игра темная, как жопа мира. В такие игры с видом из глаз, а резьба 7, походу, будет с видом из глаз, уже пора играть, конечно, с очками виртуальной реальности, дабы обосрачка была как можно более полной. Но тут, конечно, проблема в том, что очки надо, а они денег стоят нереальных практически. Как и консоль, столько же, прикиньте, вот вся консоль 30-ку и очки 30-ку, ёпта. Так, ну, я хочу сказать, что поскольку это демка, я сомневаюсь, что она большая, бля, как на Silent Hill, похоже, 5. Я сомневаюсь, что она большая, поэтому я не буду торопиться, придется, как отец атмосферности Ютуба, идти медленно. Ну, красиво, вы это слышали? I shall dash them. Я разобью их о камни. Dash это разбивать? Against the stone. Ух ты, приседать на правый стик. У вас нет видеокассеты? Резьба под номером 7, если кто еще не знает. Блин, у меня в детстве почти такой же телек был и почти такой же видик с Sony. Если кто не знает, резьба под номером 7 будет консольный эксклюзив. На ПК поиграть не получится. Бум. Поэтому кто-то поиграет, но кто-то посмотрит. Но... конечно, я бы расстроился, если бы у меня не было консоли. Я уверен, расстроились и многие из вас, потому что все мы любим Resident Evil. Ну, особенно мы, которые на ней и выросли, собственно, на этой серии. Но радует другое, что наконец-то серия отойдет от своих вот этих вот пострелушек кооперативных, да, которые убили весь хоррор на корню. Убили все загадки, головоломки, горячо любимые всеми, кто играл в первой части. И при этом... игра сделала что-то новое, она теперь с видом из глаз. То есть вернулась к своим первичным канонам. То есть, кто не помнит, самая-самая-самая-самая, по-моему, первая часть игры вышла с видом из глаз. Ну, либо самая-самая-самая вторая часть. Ну, короче, какая-то была. Небольшой эффект линзы присутствует, по-моему. И создает это такую видимость, как будто я смотрю... ролик в интернете, который снят в 360 градусов, или как там это? То есть по кругу можно крутить камеру во время просмотра. Графоний, кстати, вот на том видосе, который показывали на E3, там графон вообще не завезли, а здесь графоний прям вот годнота. Кроме отражений, которых нет. Ну как годнота? Layers of Fear практически. Может чуть-чуть даже получше. Палец куклы. Господи, что должно быть в голове у главного героя, чтобы он подбирал подобный лук? Палец куклы. Возьму-ка я его, господи.
Открыть рюкзак. О, ну вот он, палец куклы. Им, наверное, можно зомбарей в глаз тыкать, когда они нападают. Какая картина. Ранний Моне, не иначе. Как геймпад офигенно в этой игре откалиброван. Вот именно откалиброван, просто офигенно. Если бы так геймпад в каждом шутере был откалиброван. Не, ну, конечно, вот повороты могли бы и побыстрее работать, потому что... Я уверен, какой-никакой шутер здесь будет. Но движения такие плавненькие, прям вот хорошо. Ух ты, блин. Он мусор в холодильник складывал? И что это за дерьмо? А вы это слышите? Я так слышу. Ёб твою мать. Simple Gone. Ворона зажарил. Двух даже воронов. Бедные птицы. Они, походу, живыми еще были, когда он их туда пихал. Примерно так же готовила моя бывшая. Либо он на диете сидит. Эти движения вот просто похожи на то, что как будто вот реально кто-то идет и снимает. На GoPro-шку какую-нибудь. А дверь не может как-то открываться сразу настежь? Я вот на это смотрю, мне интересно, это игра про зомби будет или про маньяка-живодера? Это же лошадь, которую вдоль разрезали, или корова. Тут даже хрен угадать. Болторез? Ну хоть не болтагон. Ах ты, сучий ты! Конский, чё это за пупс? Я пупса-то и не приметил. Не, похоже на лошадь. Рогов-то нет. Чтобы выбраться, вам нужен ключ. Я тебя умоляю, посмотри, это стекло. У тебя в руках болторез. Разбей его, расхерачь всю дверь, ногами выбей. Она же деревянная. И выйди на улицу. Немножко притянуто, притянут за уши поиск ключа. Конечно, никогда не понимал, почему это не обыграть нормально, почему не поставить железную дверь. Вы это слышали? Это либо я наступил, либо меня уже кто-то караулит. Не подходи, у меня болторез. Я тебе болт отрежу. Будешь без болта. А вот для чего болторез нужен. Блин, вот это, знаете, что вот это за значки? Это они вот так вот пометили, что можно крестовиной управлять, походу. Я думал, что это что-то, какие-то комбинации или движения какие-то. Запись из заброшенного дома. Дерлис Хаус. Ну, надо, видимо, вернуться и вставить запись в кассету. В кассетник, вернее. Вообще-то, в видосе на E3 тут кто-то прошел. А сейчас тут никого. Господи, я надеюсь, это соседский питбуль. Пуделек, вернее. Почему дверь-то закрылась? Кто звук на ящике включил? А, ой, потолки какие. Наши натяжные потолки из The Best of the Best, да? Не натяжные эти, навесные, навесные. Подождите, а это что за белогвардеец стоит? Какой дед, кого-то он мне напоминает.
на кису Воробьянинова похож, прости господи. Так, палец куклы туда сувать, наверное, не стоит. А, в хижес. Derelict House, 1 июня. Заброшенный дом 1 июня, да? Ёб твою мать, придурок! Дай ему в рожу! Это охотники за привидениями снимают свое сраное реалити-шоу? Я играю, я думал, я смотреть буду. Я ставил кассету, чтобы поиграть. Интересно, откуда они пришли, если здесь заросли? Then we shoot the intro, just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Сегодня в ужасах канализации. Ужасы канализации. Сегодня в ужасах канализации мы возьмем интервью у учителя черепашек-ниндзя. Вот что ты должен был сказать. Черт, этот дом не такой уж заброшенный, если здесь свет горит. Поверь мне, я в России живу, я знаю, куда входить не стоит. Are we rolling? Let's go. Господи, на какую камеру они снимают? Это камера первого Сименса с камерой снимала лучше. Как он там Вот! Вот о чем я говорил. О том, чтобы... что для того, чтобы открыть такую дверь, не надо искать ключ. Надо втащить по ней с ноги. Мы, кажется, мы одним из этих чуваков играем, просто он не помнит ничего. Я ничего не вижу из-за его доходяжной спины. Clancy, get a shot of this. This will make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers, Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son Lucas. Bad seed, apparently. Ah, shit! I know I should have worn my good shoes. Ну во что это ты наступил? Oh shit! Glad I had my shots. Although. This will make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre? Я думаю, у нас в глубинке ты можешь в каждом доме такие Andre. Фоны снимать. Andre! Андрей уже, походу, замолчал навеки. Чувак, может, пойдем отсюда? Снимем бложек, блин, летсплейчик. Where is he? Подкастик, нахрен мы. Fucking believable! This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy? Я думаю, ты последний раз не только с ним работаешь, а в принципе последний раз работаешь. Наш детектив-то побздёхивает. Идёт медленно. What the fuck was that? Did you hear that? Не знаю, твоё шоу, ты решай. Открывай двери. Это не Resident Evil 7, это Репортаж 5, по-моему. Андрей! Где он? Это точно Resident Evil 7? Разработчики обиделись, что все всем пишут, что не страшно, и решили заставить всех обосраться как следует. Бля, я к этой стене жопой прижался, чтоб не стрёмно было, а у нас... Я не думаю, что Андре туда пошел. Он должен был для этого понять, что здесь секретный ход.
Да как мне это пролезть? Я представляю хоррор игры будущего, и я не хочу дожить до того дня, когда мне придется это, в это играть. Я первый. Так давай я сверху сниму, как ты спускаешься по лестнице. Чувак, кого ты пытаешься здесь обманывать? Гребаные хитрожопые евреи вечно выкрутятся, ублюдки. Ну, это я не про всех. Это я конкретно вот про этого. Боже, 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 блядь, сейчас скример будет, наверное, сука, жопу разрывательный. Сожмите булки. Не знаю, мне вниз-то не посмотреть. У меня GoPro, наверное, на голове, не знаю. Ёб твою мать. Ну вот ты спускаешься или что? По-моему, Андре висит на крюке. На мясном крюке его зацепили за верхнюю губу, чувак. Он... Да? А, его прям в бошку одели. Джейсон Вурхис, нет? Ну с камерой-то что стало в самый классный момент? Ну, камон! Чёртовы телевизионщики, не могли на нормальную камеру накопить. Я разобью тебя о камни. Записка-то не здесь лежала, кстати. Так, они мне предлагают что, туда же полезть? Может, просто порадуемся, что мы живы и свалим отсюда? Еще наверх можно, кстати, подняться. А это что за херня? Вроде все работает, а предохранителя нет. Стейрс. Лестница. Он даже подписал. Все-таки не удержался и чекнул звук в очередной раз, чтобы послушать. Ну, могла быть игра и погромче, но... Конечно, здесь диалогов все равно пока нету, одни звуки. Что это было? Там кто-то мебель наверху двигает, что ли? Нашли время свою перестановку делать 2 часа ночи. Ну нет, вообще там день за окном. Заметили, что в этой части, вот когда двери открываешь, они вот приоткрываются и ждут, когда ты подойдешь поближе, чтобы в самый нужный момент схватить тебя за яйца ментально. Каким-нибудь скримером. Блин, игра свет... Смотрите, бля, просто посмотрите на вот этот раз фокус. На вот эту деревяшку, смотрите. В фокусе. Подходим. Раз фокус. Опа, 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 опа. Отошли. Снова фокус. Это просто офигенно. Я никогда еще такого в играх не замечал. Наверное, я никогда не обращал, может быть, на этого внимания, с другой стороны. Но просто вот классно сделано все. Графика. Ключ от черного хода. Это та дверь, которая там, где трупы коровьи, да? Лестницы нету. А тела-то там еще? Не посмотреть. Не посмотреть вниз. Что щелкнуло-то? Старые дома живут своей жизнью. Ебать. Мать срать господня, гаси фонарик, ты же видишь, что там бич прошел. Че это теплое течет по моим ляжкам? Эктоплазма, господи, тут привидение. Бля, вы видели? Ну это был кто-то не очень здоровый, но кто-то в кровище просто по локоть. И он знает, что я здесь. Что, теперь дверь открыта? Тук-тук. Это, сука, стар. Это, наверное, сын этой
семейки, который не в духе или как он, не в себе. Нет. Глупо красться на самом деле, потому что, ну, он же не дурак, он видит твой луч фонаря. О боже. Это просто охрененно. Звуки просто сделаны. Мое почтение. Утрись, Silent Hill. Silent Hill мы 5 так и не дождались, и уже, вероятно, не дождемся, потому что Нормана Ридуса задействовали в другой игре. Тоже эксклюзив консольный. Но вот вам замена. А эти две игры всегда в моем сознании конкурировали. Resident Evil и Silent Hill. И в моем сердце... Боже ты мой. В моей душе, конечно, Resident Evil немножко делал Silent Hill, потому что в нем были зомби, а у Silent Hill какая-то непонятная херня всегда происходила. Ага, а проводок-то отрублен. Поэтому эта кнопка, скорее всего, не работает. Ну вот теперь Resident Evil побил франшизу Silent Hill окончательно. Просто потому... Я клянусь, что ее здесь не было только что, когда я сюда шел, по-моему. Она была тут или нет? Я не мог ее просто пройти, не заметить. Бля, фонарик-то зачем сфокусировал на кнопку? Твою мать, чё, не... Да не мог кто-то ее за моей спиной поставить. Бредятина. Вон он стоит, смотрите. Нет, мне показалось. А, нет, она была. Или не была. Я не помню. Это охренеть, я не помню. И я прям чувствую, как с меня пот течет просто со всех... Со всех щелей. Бля, вот эта игра, она впечатляет. Может, да чё, Layers of Fear страшное дерьмо, но это... Дерьмо в хорошем смысле. Layers of Fear — охеренная игра, проверьте свои нервы. Это как нигеры говорят. Включай это дерьмо. Ну чё, он будет нападать или что? Я никогда не понимал главных героев таких игр, которые не могут оторвать ножку от стула и хотя бы ей обороняться. Ёб твою мать, банки-то откуда? Я об них споткнулся, что ли? Блять! Я старался не ругаться. Давай, сука, давай, ладно, чё, давай, ублюдок. Нахуй, бежим отсюда, как бегать? Где кнопка бега, блядь, съёбываем в жопу отсюда, нахер этот дом. Пальцем. Для чего-то же он нужен. Нет? Да я угораю, конечно, ключ, давай. Чё? Блядь, старый хрен! Хрен, палец тебе от куклы в жопу, а не пенсия. Что это такое? А, ну все, это повтор. Видимо, это конец демочки. Черт, я не знаю, как это потом. А, это не демочка. Это вот оно, продолжение пленочки. Черт, ты очень долго пилил эти веревки, чувак. А это жена. Черт, да это семья на голову отбитая. Ну и десна у его жены. Да, я не знаю, надо стримами проходить, наверное, будет эту игру, чтобы на валидол донатили. Я манал, это просто жесть. Это жесть. Семья ждет вас с начала 2017 года. Да, она на 14 января, по-моему, или февраля 2017 года намечен выход этой игрульки. Тег RE7. Ну хорошо, что она не завтра выходит. Будет время хоть морально приготовиться. Я надеюсь, что где-то там перед этим выйдет Outlast 2, дабы размять булки.
Это одна из тех игр, после которых страшно даже назад оборачиваться. А уж если в темноте играть. Нет, очень классная графика, годная. Я помню, когда я хотел купить PlayStation 4, я хотел купить его для Silent Hill 5, который, к сожалению, обосрался по полной. Ну вот. Вот он, заменитель-то, наконец-то. Наконец-то не зря консольку-то купил, баблом вложился. Господи, спасибо разработчику. Ну, пишите, как вам такой Resident Evil, что думаете по этому поводу? По-моему, это сверхгоднейшая годнота. Это уже вообще не тот Resident Evil, который вот был в последних двух частях. И я думаю, что слава богу. Я считаю, что у кооперативных хорроров нету будущего, потому что любой кооперативный хоррор — это шутер. Так или иначе. Ну, только если вот оружие не дать. Но и то надо двух сыкунов найти, которые будут спорить, кто из них вперед пойдет. Возможно, когда-нибудь дойдут и до толковых кооперативных хорроров, но пока что посмотрите, да, что как скатилась серия Resident Evil в шутер, пятая, шестая часть, причем пятая даже лучше, чем шестая. И что стало с Dead Space третьим? Они убили серию Dead Space, они сделали ее кооперативной, убили в ней хоррор, превратили в шутер с крафтом пушек. И стали ныть, что, ну, игра хреново продалась. Так о чем вы думали-то, господа, чем вы думали? Хотите делать кооператив, делайте шутер. Хотите делать и хоррор, он должен быть жальный. Причем хоррор с видом из глаз, как правило, в 50 раз страшнее, чем хоррор с видом от третьего лица. Все, короче, чуваки, пишите, жмите.